Зимний мотив со снежинкой. В прошлый раз мы связали вот такую снежинку, но из нее можно сделать мотив. Как это делается? Присоединяем ниточку другого цвета, так чтобы это было контрастно, к верхушечке одной из веточек. Делаем воздушную петлю, столбик без накида, пико из трех петель, воздушная петля, вяжем 3 столбика с двумя накидами вот в точку соединения наших веточек. Три столбика с двумя накидами связала, воздушная петля. Теперь 6 воздушных петель и соединительный столбик в первую. 2, 3, 4, 5, 6. И вот сюда соединительный столбик. Воздушная петля. И еще 3 столбика с двумя накидами вот в эту же точку. Раз. Два. Три. Воздушная петля. Столбик без накида в следующую верхушечку. Также пико из 3 петель. Воздушная петля и 3 столбика с двумя накидами в следующую точку соединения. И так идем до конца ряда, то есть обвязываем вот всю нашу снежинку таким образом. И получаем мотивчик со снежинкой.